Привет, интернет, меня по-прежнему зовут Бабай. Недавно я хотел поиграть в какие-то гоночки типа Flatout и случайно попал в стиме на игру Gas Guzzlers Extreme. Это динамичный, яростный, агрессивный, гоночный экшен. Ты начинаешь свой путь на старой развалюхе, постепенно прокладывая себе путь до более мощных автомобилей, зарабатывая деньги в серии гонок и сражений на арене. Новые игровые режимы, трассы, автомобили открываются по мере прохождения игры. Тратить свои заработанные кровью и потом деньги можно на настройку внешнего вида своего автомобиля, либо же на прокачку своей тачки. В гонках водители стараются не столько обогнать друг друга, сколько уничтожить соперника и всячески помешать ему на дороге. Для этого нужно собирать разные бонусы, пауэрапы, разбросанные по карте. Это и патроны, которые позволяют палить по машине впереди или позади, стрелять можно и назад, и мины, которые можно тут же сбросить под нос конкурента, и дымовые шашки, полностью дезориентирующие соперников, и скользкое масло, пролитое на резком повороте, оно гарантированно вынесет в кювет любую тачку. Соревнования проходят в трех режимах. В классическом можно использовать установленные на борту оружие, в силовом доступны только различные пауэрапы, включая, естественно, ремонт автомобиля, а в гонках на выживание с каждым кругом отсеивается последний на текущий момент участник. Велосипед авторы изобретать не стали, но зато они достаточно качественно отработали обязательную программу развлечений. В Gas Guzzlers драйвер, аркадное веселье вооруженных разборок на колесах органично сочетаются с достаточно продвинутой моделью поведения авто на дороге и более-менее реалистичной физикой повреждений. Под бодрый метал и смачные комментарии ведущего и водителя, голос которого можно выбрать в настройках, вы преследуете какого-нибудь бздашика Западловского или марихуану. Игра забавно и весело переведена на русский. Палите по ним из бортовой ракетницы, одновременно пытаясь в фиолетовом дыму уворачиваться от мин. Яростно расходуете нитро, ищете объездные пути, позволяющие обогнать конкурентов. И в то же время постоянно дрифтуете, пытаясь вписаться в очередной поворот. Здесь очень легко ошибиться, не рассчитать, вылететь в кювет и врезаться в какую-нибудь скалу. Покорёженные машины при этом вовсю дымят и реалистично реагируют, как на 2013 год, на каждое попадание по ним. Разнообразие видов оружия, от простого пулемета до портативной ядерной ракеты «Поросёнок» и машин, они, конечно, не лицензированные, но списаны с реальных образцов, дополняются легким тюнингом. Можно не только раскрашивать и всячески расклеивать тачку, но и менять двигатель, шины, тормоза, укреплять броню. Искусственный интеллект оппонентов радует, противники не ведут себя как идиоты, хорошо устраивают нам подлянки, умеют удачно срезать в нужный момент, не подставляются под пули, а мина, сложенная тобой на первом круге, на последнем может убить тебя самого, так как противники умело будут ее объезжать. В игре есть мультиплеер, и даже в 2020 году там можно найти людей, хоть и немного. Советую лучше собрать компанию друзей и вместе скатать несколько заездов. Помимо обычных гонок с другими игроками, здесь есть привычные по шутерам режимы Deathmatch, Last Man Stranded и Capture the Flag, а также кооператив, позволяющий объединиться против онлайн-ботов. Пожалуй, не хватает в Extreme лишь новых и более разнообразных трасс. Практически все они переехали сюда с Combat Carnage, это предыдущая версия этой игры, и каких-нибудь действительно необычных видов оружия, позволяющих расправиться с конкурентами самыми непредсказуемыми и изощренными способами. Небольшая малоизвестная студия сумела добиться удивительного результата. Она создала яркую, симпатичную, полную драйва и веселье аркаду, которую даже спустя 7 лет приятно играть. Я провел в игре около 10 часов и получил море удовольствия. Ставлю ей 7 убитых ведер из 10. Отличный вариант для покупки в сезон скидок. На этом я с вами прощаюсь. Если хотите больше обзоров на разные игры, даже те, которых не было на канале, пишите, а я буду стараться радовать вас ими почаще. Не забывайте про лайк, подписку, колокольчик и всем пока!